Друзья, привет! Я Фикс Прайс на Большевиков 33 и Антонова Овсеенко 20, Санкт-Петербург. Походим по магазину, поищем новинки, скидки и полезные товары. Приятного вам просмотра! Сюда также поступило фигурное мыло «Дикая земляника» 55 рублей. Туалетное крем-мыло «Фреш» «Мандарин» 190 граммов, продается по красному ценнику 59 рублей. Многофункциональное средство для чистки всего в доме 7 в 1 с натуральным жироудалителем. Подходит для чистки кухни, ванны, раковины, унитаза, сантехники, кафеля и пола. Имеет аромат лимона. 490 миллилитров 79 рублей. Средство для чистки стекол, зеркал и пластика с дозатором «Аромат лесные ягоды» 600 мл, цена по карте «Фикс Прайс» 85 рублей. Небольшие тоненькие косметички 20 на 11 сантиметров, внутри подкладка, тракторная молния, имеется внешний карман без молнии. Вот такие расцветки, серые, бежевые, черные, 199 рублей. И вот такая огромная косметичка, отлично сшита, аккуратно, огромный карман, внешний карман, также на молнии имеется, 26 на 15, ширина дна 14 сантиметров. Посмотрите, сколько привезли расцветок, 299 рублей. Новые комплекты для туалета с крышкой называются «Ротанг». Высота не написана. Две расцветки 124 рубля. Посмотрите, что вновь поступило. Это корзина для белья с крышкой на 30 литров. Отличные отзывы, хорошие, крепкие корзины, белые и бежевые, 399 рублей. Полотенце вафельное 35 на 60 сантиметров. Уже весенние, летние цветочки, бабочки. Это хлопок, производитель город Иваново. Нашла три варианта дизайна. Везде цветочки и везде бабочки. 69 рублей. Рисунок с одной стороны. Лак для волос «Прелесть» 360 мл, сейчас можно купить дешевле, 140 рублей по карте «Фикс Прайс». Эластичные колготки «Омса» 40 ден с утягивающими ажурными трусиками бикини, 199 рублей, есть черные и телесного цвета. Новые женские носочки, высокие, на этот раз все носочки с мишками. 62% хлопок, полиэстер, эластан. Посмотрите, какие расцветки чудесные. И мишки везде разные. В общем, от белых до черных. И все с мишками. Размер 35 по 39, 99 рублей. Кашпо для цветов подвесное, сделано оно из керамики, веревочки сделаны из хлопка, внешняя сторона с объемным рисунком, стоит 249 рублей, есть салатовые или мятные даже и бежевые. Ну а теперь отдел с посудой, сюда также привезли всю серию, вот эту красивую яркую, коралловый цвет, горчичный, серый, и салатники, и глубокие тарелки, и плоские. Но сюда еще привезли кружки 420 миллилитров, это керамика. Ну, не знаю, я изъянов не вижу пока. Может, партия такая хорошая. Опять же, три расцветки и стоит такая кружечка 87 рублей. Также поступила вся серия посуды из Ирана, глубокие тарелки, большие плоские и маленькие тарелочки. Все есть. 124, 174, 50. Второй раз привезли серию с котиками. По-моему, они стали ярче. Или мне так кажется. Ручки, хвостики. Три вида котиков. Также есть пиалы.
котик и снаружи, и внутри. И тарелочки. Все есть. Кто не успел купить, забегайте. Поступили хлебницы компакт с крышкой, которую можно использовать как доску для нарезки. Размер 37 на 17,5. Ребристое устойчивое дно. Внизу есть небольшие прорези, чтобы хлеб дышал и дольше сохранялся свежим. Совершенно не имеет запаха пластика. Изготовитель Полимер Быт, Москва. Две красивых расцветки, 249 рублей. Красивая новинка – это блюдо сервировочное, 20 на 16 сантиметров, производитель Иран. Его можно мыть, блюдо, в посудомоечной машине. Посмотрите, как оно красиво выглядит. Тяжеленькое, все такое резное. Объемный рисунок. И стоит 174 рубля 50 копеек. Просто прелесть. Новые кружечки 355 миллилитров с золотой ручкой, золотым ободком. Это керамика. Нашла три варианта, даже четыре. Симпатичные, изящные. Вот это мне очень понравилось. Красивое сочетание цвета. И вот это. 124 рубля. Довезли много белой посуды из опалого стекла. Соусник небольшой, 39,50. Вот такой симпатичный соусник, 87 рублей. Маленький салатник, 320 миллилитров, 79 рублей. Вот такой салатник с объемным рисунком, 49,50. Салатник 520 миллилитров, опалое стекло, белоснежное, 79 рублей. Тарелочка квадратная, 41,50, опаловое стекло. Тарелка с волнистыми краями, 79 рублей. И такая же тарелочка побольше, стоит 124 рубля. Глянцевые, беленькие. Тарелочка 20 сантиметров, опаловое стекло, волнистые края с новым рисунком. Посмотрите, вот с такими цветочками я еще не видела. Очень красивая. И такой вариант. 69 рублей. Деревянная разделочная доска 174,50. Тяжелая стеклянная бульонница с ручкой 133 рубля. Джемницы по 55 рублей. Салатник с объемным рисунком 62 рубля. Блюдо для закусок стеклянное 15 на 10 сантиметров, 155 рублей. Есть побольше блюда, стоит 83 рубля. У меня есть оба таких блюда. Мы любим порезать туда кусочки груши, бананы, яблочки. И смотрим какой-то фильм. И все едим фрукты. Сюда также поступил герметик прокладка силиконовый, черный и серый. Я очень подробно рассказывала в предыдущем обзоре. 174,50. Классная новая игрушка для детей. От 6 лет это объемный 3D-пазл. Увлекательное занятие для всей семьи и легко собирается без инструмента и клея. Посмотрите, машинки, и подъемные краны, и домики всевозможные. Покажу вам просто некоторый выбор, очень большой. Состав ЭВА и бумага. И цена 124 рубля. Очень увлекательная игра. Также поступили игрушки, коллекционные фигурки животных. Все, что я вам прежде показывала, стоят они по 149 рублей. Набор для творчества. Создаем сумочку своими руками. В набор входит все, что понадобится для этой сумочки. Вот здесь все написано. И главная инструкция входит. Есть разного цвета сумочки и разные животные. Цена 249 рублей.
Купила себе фигурное мыло, дикая земляника, такой приятный, очень тонкий аромат земляники. 55 рублей. Красивые золотые орлы. Это все дворцы. Ну как туда попасть? Пойдем в Елисеевский магазин. Магазин купцов Елисеевых. Погреться. Опять мороз. Друзья, спасибо большое за внимание. Идем мы в магазин купцов Елисеевых. Сейчас будем там все рассматривать. Там очень красиво. Друзья, мы очень хотели посетить экскурсию по магазину Елисеева. Туда входит посещение кабинета директора, выход на интерьерный балкон, потом музей. Много-много всего интересного. Но групповые экскурсии проходят только в субботу и в воскресенье в 2 часа дня. И билеты можно приобрести в кассах торгового зала. Ну, это я так. Мало ли кто поедет для информации. Так что будем просто ходить, любоваться. Здесь такой аромат, приятный магазин. Пахнет кофе, фруктами. Я с вами прощаюсь, друзья. До скорой встречи. Всего вам самого хорошего. И пока. Рассматривайте все.